Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Starbound дополнение. Довольный жираф, большое стабильное дополнение. И у нас задача перед нами единственная пока что стоит, это добыть титаниум для того, чтобы сделать, соответственно, из него доспехи. Здесь у нас есть подсказка, он находится на опасных системах, так что ли. И я уже нашел, в принципе, такую систему, но для полета нам потребуется еще топливо. Топливо я добыл на Луне, как мы это уже делали ранее. Давайте заправим. Также можно улучшить манипулятор. Где он? Тут требуется 3 манипулятор модуля. Мы их можем скрафтить, потому что у нас есть... Так, смотрим. 3 кристалла есть и 30 вот этих вот деталей манипулятора у нас тоже есть. А крафтится один манипулятор из одного кристалла и 10 частей. Соответственно, мы можем сделать их 3. Что и требуют от нас, собственно. Замечательно. Хорошо, и что тут? Еще 3, да? Ага. Ну окей. Это что нам даст? Power еще сильнее. Ну ладно, хорошо, в любом случае уже неплохо. И что еще успело произойти между серией? Я еще вот эту пушку нашел. Довольно странную. Стреляет вот такими вот минами, которые прилипают и через довольно продолжительное время только взрываются. Странное оружие. Все равно мы будем преимущественно пользоваться вот этим вот крутым мечом, скорее всего. Ну и... Пожалуй, пора лететь. А, да, кстати, нашел 2 стимпака. Один, по-моему... Так, что ты у нас делаешь? Какой-то из них скорость бега увеличивает. Зеленый, по-моему. Да, зеленый скорость бега увеличит. А синий, по-моему, высоту прыжков, если я ничего не путаю. Так, теперь ищем нужную систему. В прошлый раз прилетели неверно. В квесте же все написано. Вот, допустим, есть такая... Система нужная для нас. Так, и ищем что-нибудь. Возможно, даже эта планета. Планета-то не написана какая. Сноу, пески, тропик. Вот, с высокой радиацией. Возможно, здесь, по-моему. Может быть. Ну ладно, мы в любом случае слетаем, а там разберемся. 211 единиц топлива на это все тратится. Стимпак пока работает. Можем пока что быстро бегать. И да, русский перевод я пока убрал, потому что он неофициальный, он глючный. Как мы уже убедились в прошлой серии. В принципе, можно вполне себе без него обходиться. Но, возможно, если ситуация как-то с ним улучшится, то мы еще вернемся. Все-таки на родном русском оно как-то ближе к сердцу играть. Ну, так, зверуха на месте. И, насколько я понял, там должны быть монстры посолидней. В принципе, они нам, скорее всего, хлопот-то и доставят. Это мы выложим. Так, шкур у меня мало. Но зато мы заходим на посадку. Да, и в прошлой серии мы также увеличили корабль наш в размерах. Но пока что я никак не обставлял, потому что, ну, незачем особо. Пока что сюда все влазит, но обставлять, конечно, придется со временем. Сейчас задача исследовать планету, на которой мы умираем. Так, с радиацией я ничего сделать не могу. Ну, значит, не на радиоактивную. Ау. Давайте на какую-нибудь обычную слетаем. Тут же рядом есть разные. Так, вот это рядом что? Ну, вот на нее, к примеру. И будем уже там смотреть, ориентироваться. И давайте возьмем зеленый стимпак. Сейчас сначала синий проверим. Да, это прыжки. Я все помню верно.
Но тогда зеленый сюда. Синий, возможно, пригодится. И, кстати, я поменял тут немножечко технологию. Изучил Rocket Jump, который мне не нравится. Давайте Pulse Jump поставим. Rocket Jump, возможно, я не понял, как пользоваться. Но двойной прыжок, мне кажется, поинтереснее пока что. Окей. Нам нужен костюм, который сможет защищать нас от радиации. Тогда можно будет суваться на радиоактивную планету. А наш манипулятор стал довольно неплохо и довольно быстро добывать. За счет апгрейда. Хорошо. О, нифига. Так, в чем подвох? Почему я так высоко прыгаю? Что это за странная летучая фигня? А, это у меня стимпак еще работал. То-то я удивился, ладно. Немножко деревьев, в принципе, не помешает. Здесь еще какие-то странные. Ой, ё-моё, еще одна зверюга. Так. Блин. Ну, у меня дофига, в принципе, бандажей, не страшно. И, конечно, дерево куда упадет? Сюда. Ну и фиг с ним. Давайте странные. Кактусы подобываем. И деревья. И что это такое? Фрукт какой-то. Ну, допустим, ладно. Еще чуток древесины и пойдем изучать планету. Судя по этим вот уже милахам летучим, ничего хорошего нас здесь явно не ждет. Нифига себе. Странно выглядит. Так, может быть, мне вот тут типа может вот эта пушка. Я могу банально минировать все налево и направо. Готово. И у нас здесь есть сундучок. Отлично. Сильвер. Хорошо. Такой руды мы еще не находили. Значит, мы, по идее, на правильном пути. Раз на этой планете как минимум в сундуках есть сильвер, значит, и что-то более хорошее мы сможем найти. Уголь все непременно тоже стоит добыть. Он нам всегда нужен. Как минимум на разные факелы. Стоит ли мне брать этот? Так, стоять. Да, наверное, возьмем сундук этот тоже. А, блин, это летучая гадость. Их тут несколько. Блин, он взрывается специально рядом. Вот что он делает. Оу. Вот это опасно. Стоит отхилиться, прежде чем продолжать движение. Так, ну пока что в основном тут летучие какие-то гады мешаются нам. И есть маленький домик, отлично. В котором, кстати, можно было полежать и хилы повосстанавливать, но кто же знал. И эти ребята недружелюбные, нет? Привет. Вроде да. Можно что-то приготовить, я могу варить бананы. Не, нифига. Может еще вот этот фрукт. А мясо? Ну, мясо понятно. Универсальная пища. Так. Пропускаете меня, отлично. Ага, тут можно приготовить. Какой-то
напиток джуз, да? Что ты делаешь? Но, возможно, он делает что-то лучше. Какие-то характеристики наши улучшает. Что мы еще можем тут готовить? Можем хлеб, к примеру. Кактус джуз. Киви джуз. Прикольно. А, они еще с разными эффектами. Можно выбрать конкретно, на какой эффект я хочу ориентироваться. В принципе... Воу! Так. А в честь чего ты на меня напал? Стоять. Так, я не понял вообще, что произошло, почему он на меня напал. Нормально ж. Все было, блин. Фу, чуть не склеился. Так, тут растения мы такие уже собирали раньше. Нам, по идее, надо вглубь вообще зарываться. Так, знаю я ваши повадки. Надо этого сразу нафиг валить. Иди прочь, упырь. Знаем мы ваших. Так, а он зовет на помощь. О, механические курицы. Так, а это тупо житель, да? Просто житель. Ну окей, ладно, не будем жителей истреблять. Нам оно особо ни к чему. Поспать могу. Ну, давайте посмотрим, что он в сундучке хранит. Топор, смотри-ка ты. Одноручный. Луком я вообще не пользуюсь. Нафиг он мне нужен. Конечно, вот эти всякие задники позабирать. Но если я заморочусь, я потом этим буду заниматься. Ну, топор, ничего примечательного абсолютно, ладно. Так, охрана. Эти вроде ничего не хотят делать со мной. Ну и тут тупо поселение, по идее, да? Насколько я понял. Ничего такого. О, какая-то животина. Давайте на корабль вернемся, просто чтобы не бегать, и вниз. Немножечко в эту сторону посмотрим, что здесь, и будем зарываться. Так, эти бомбоживотные не очень меня радуют. Ау. Так. Очень мило. Так, ладно. Пошел обстрел. Так, отлично, блок вывез. Здесь у нас тоже есть чувачки, ну немного. Ладно, давайте углубимся лучше. Особо нам в конфликт вступать нет смысла, нам нужно именно руду добыть. И не мешает себе подсвечивать. Факелов я что-то больше 100 штук сделал в прозапас, само собой. Можно их тратить, в принципе. Это, конечно, ваншоталка. Хм.
Странный малый, ладно. Я не думаю, что он особо дружелюбен. Пока что никого дружелюбного не встречал. Вроде как, да? О, сколько железа. Но у меня этих слитков и так уже хоть отбавляй. Так, нафиг. Попробуем чуток железа добыть, ладно. Возможно, пригодится в дальнейшем, там, в крафтах, еще где-то. Я думаю, точно пригодится, поэтому чуток накрафтим. Замечательно, ладно. И разведаем, что тут происходит. А вот, кстати, это, по-моему, та руда, что нас интересует. Да, вот это вот руда именно. Хм. Так, как так поступить-то? Оп. А нет-то. Так, а тут враг. Иди лесом. Так, яд, зашибись. Причем такой не слабый какой-то яд. Еще разок. Ну, почти прошел. Так, что это у нас? Сильвер. Черт, это не та руда, которая нужна, но сильвер. А нет, титаниум вот пошел. И, насколько я понимаю, титаниума нам достаточно много нужно. Поэтому попробуем подобыть, сколько сможем. Так, сейчас нароем, потом тупо соберем. Блин, плохо, что нет инструментов пока что. Непонятно, как их получать, кроме как находить. Возможно, вы мне подскажете, но вариант сосканировать не сработал. Там вот вверху серебро. Серебро. За серебром я туда не полезу. Сейчас лучше вниз полезем, может быть, какие-то более удобные залежи найдем. Но здесь на всякий случай добудем. То мало ли. Так. Титаниум, вот он. Железо. У нас куча напитков, хлеб. Ну, допустим. Блин, а тут порода довольно прочная. Просто так-то и не зарыться. Ладненько. Так вот аккуратно сюда. И будем искать. Тут какое-то поселение или тупо постройка. Ага, похоже, просто захоронение. И семя. Нафиг оно там нужно, конечно. Что поделать. Мне кажется, вот эти кристаллы как-то побыстрее рушатся. Давайте сквозь них попробуем прорыться. Потому что нам еще нужна руда, само собой. Тут, по всей видимости, она и есть. Титаниум, да, титаниум пошел, отлично. И, судя по всему, нас ждет второй босс, я так понимаю, когда мы этот сет сделаем брони. А такими темпами мы его достаточно быстро сделаем. Несмотря на то, что у меня даже инструментов нет, но более-менее проапгрейженный манипулятор, в принципе, выручает. Если бы он оставался дефолтным, ну, это, конечно, жесть была бы.
Так. Тут ничего интересного. Так, давайте подумаем, сколько нам нужно с... А я даже не знаю, сколько руды на слиток. Поэтому сложно вычислить, поэтому тупо чем больше, тем лучше. Мы будем руду добывать, параллельно исследовать местность. И что-то я в какие-то камни зарылся. Так, ну по идее вот что можно сделать, то как-то это все долго. Да, даже кирка это не так, чтобы супер быстро роет. Так, там сильвер был. Но кирка все равно уже почти свое отжила. Да, отжила. Но я бы не сказал, что она дико быстрее, чем того, что есть у меня. Так, отлично. Как минимум... Ау, я вижу шип, об который срочно нужно, конечно же, удариться. Наверху я вижу руду. И здесь я вижу руду. Не очень понятно, зачем столько урона, конечно, получаю. Но что поделать. И нужно какую-нибудь руду вынести на быстрый доступ, чтобы я мог строить. Давайте. Хотя это красивая, в принципе, ладно, фиг с ней. Вот какую-нибудь землю. Нет, этой мало земли, вот этой много. Это утиль. Вот, чтобы можно было раз так. Оп. И все, и добывать. Не боясь того, что эта вся руда свалится вниз. Манипулятор чем удобнее? Той же кирке, тем, что у него... Радиус действия гораздо больше. Но кирка побыстрее, конечно. Поэтому где-то то на то и выходит, по большому счету. Ну, в зависимости от качества кирки, от качества манипулятора, соответственно. Что-то ничего хорошего. Зато какой-то покемон. Ау! Еще и ядом кидает. Твои налево умирать. Давайте тут серебро подобываем. Блин, бандажики довольно шустро тратятся. Тут мы можем чуток серебра добыть, а там я вижу еще титаниум. Так, аккуратно. Ну, вижу, громко сказано, тут что-то его символически. Так, тут у нас что? Нет никакой особой дикой залежи. Да ё-ма. Так, надо аккуратней прыгать. Сказал я и спрыгнул нафиг. Ладно. Тут как минимум серебро. Есть чуток. И надо опять хиляться. Давайте стимпак второй вынесем тогда. А стимпак у нас где? Или нет? Давайте хлеб. Хлеб искушаем. Так вот как-то. И ну и у нас здесь какие-то залежи. Что у нас здесь деньги? Так, окей. Туда мы тоже сейчас пройдем, ладно. Здесь нужно немножечко осмотреться. Так, ё-ма. Я хочу заглянуть в те. Снизу меня не пускают. А, о, через верх удалось. Так, бандажиков немножко. И титаниум. Ну, неплохо. И давайте сюда зароемся. Здесь явно
какой-нибудь сундучок, который я тут же собрал. Ладно, что мы там собрали? Даймонд опять же. О, техчип. Отлично. Так, что еще? Ну и интерьер, соответственно. Да ё-моё. Давайте немножко сюда пройдем, посмотрим, что здесь. Ау. Ау. Блин, бесит эти шипы. Да будем волокна чуток, раз мы рядом с ним. Да что такое, я вот увидел уже. Ага. Сюда. Нет. Модуль. Сначала хотя бы увидеть, что мы берем, потом брать. И давайте попробуем еще вглубь чутка. Хотя, я думаю, нам даже хватит, наверное, уже титаниума. Ау. Так, тут темно. Ага. Так, но здесь явно руда. Ну а сюда смысла особо нет идти. Блин, как с этим чуваком справиться? Наверное, вот так. Оп. Замечательно. И здесь еще погребение, да? Замечательно. А это просто вода? Я могу ее добыть? Да, просто вода. Ее можно в каких-то крафтах, по всей видимости, использовать. Это уголь. Давайте еще чуток прогуляемся туда вниз и потом, наверное, на корабль крафтить. Смотреть, что там за новая броня, возможно, какое-то новое оружие. И еще какие-то крафты откроются, не знаю, посмотрим. Тут новая локация. Новый биом. Правильнее будет сказать. И новый товарищ. Так, который немножко опасен. Да, шипы. Опять вы. Так, я довольно много потратил факелов. Woodplant я могу делать. В принципе, ладно, пока с ракет факелов сделаем. О, вот это поинтересней. Так, давайте еще титаниума вот этого вот добудем, наверное. Немножечко вправо глянем и на корабль. В принципе, нам тут долго лазить смысла нет. Нет, ну есть это о нем запасти, возможно, имеет смысл. Но об этом мы не узнаем, пока не посмотрим, что из него сделать можно, кроме брони. Я догадываюсь, что на броню, скорее всего, немало нужно слитков. Но у нас уже какое-то количество есть, да, 116 даже. Так, вода, нефть у нас есть из жидкостей. Ага. Так даже, да? Ну, давайте что сделаем? Еще вот этот титаниум добудем. Так. И быстренько сюда глянуть. Ага, замечательно. Так. В принципе, я думаю, уже достаточно. Насобирали. Пойдемте на корабль. Посмотрим, что из этого всего скрафтить удастся. Так, переплавить сюда. Нет, не сюда.
Переплавка у нас здесь, само собой. Так, вот он, титаниум. 65 слитков. Неплохо. И из этого мы можем сделать броню. Так, шлем. Тело, тело, что у нас там, 10? Ну, я так с запасом нафармил, конечно. По характеристикам смотрим. Так, давайте одежку снимем. Сюда, 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 чтобы внешний вид сразу оценить. Может быть, я просто так буду в броне бегать. 120, 120, 250%, так и 25 брони. Так. Теперь этот сет. 130, 130, 300. Дамейдж и 44. Ну да, по всем характеристикам, конечно, лучше. И внешний вид, в принципе... О, в принципе, гармонично с мечом, смотрите, как круто. Тогда я в таком, наверное, прикиде останусь пока что. Самое оно, вот в аккурат под цвет меча. А куда нам сложить одежду? Мы, в принципе, вот куда-то сюда это все дело складываем. А вот броню старую. Нужно ли ее выкидывать? Так, тут у нас руда. И давайте сюда же и броню старую скинем. Вот так вот. Оп, оп и оп. И потом с этой сюда будем выстраивать. Ну, если вариант, потом вторую, во вторую линию. А здесь руда. Почему бы и нет? Так, титаниум бар у нас еще есть. Здесь мы еще можем сделать сильвер, кстати. Отлично. Так. Сильвер. Но почему мы до сих пор не можем делать инструменты? Вопрос. Так, это вот из титаниума оружие. Что-то оно все как-то не очень. О, это игломет, смотрите-ка. На него нужны те фрукты, которые я собирал. Но у него дамаг совсем не очень. Что у нас тут еще есть? Так, с титаниума 25-40 дамага. Но они такие какие-то. Особо ничем не выделяющиеся виды оружия. Ну и пойдемте тогда на аванпост. Поговорим с нашим квестодателем, что он нам скажет. Скорее всего, пошлет на миссию. Ну и тогда в следующей серии отправимся на вторую нашу миссию. Нам тут еще квестов отсыпят, походу. Ага. Неплохо. Так, кто? Пингвин? Да, миссию добавил. Ну окей. Хорошо. Кто у нас тут еще миссии дает? Так, ты. Стоять. А, все. Mission complete. Так, он пушку даст. О, хорошо. Ты еще квест дай. Ну, тупо соберем все квесты. Там будем по мере необходимости выполнять. Так, еще вот у тебя не взяли квест. Стой. Да стой, вот дурная птица. Так. Хорошо. О, тоже оружие. Так, ладно, у нас куча квестов. И пойдемте посмотрим, там еще и миссия. Так, этот чувак мне хлеба подъедим. Не предложишь проапгрейдить корабль? Нет, к сожалению, пока что. Ну окей, идем тогда на корабль. Так, телепорт вот. И давайте взглянем, что у нас там есть. Да, вот миссия. Пингвин этого валить. Ну, возможно, мы не в следующей серии пойдем. Возможно, мы в следующей серии, скорее всего, займемся квестами второстепенными. Там есть миссии, где нам дадут какое-либо оружие. Вот как минимум две. Их как минимум и стоит выполнить. Но я думаю, остальные не так сложно. Тут принести всякого.
Ничего особо сложного. Вроде как не просят здесь вообще Купербар. Ну хорошо. В любом случае на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.